Всем приветики. Переоборудовал я свой вибродинамик. Теперь он выглядит так. Ну и можно пойти послушать за стеной. Но это не максимум. Я просто на максимум уже не выкручивал. Но с максимум так лучше стало. Ну, хотя можно выкрутить. Хотя я ошибся, там все было максимум, кроме басов. Ну, басы не особо ощущаются, но так уже получше, чем было, как оно все нагромождено, теперь намного лучше стало. И вроде как не так сильно греется и громче играет, потому что не так сильно зажато. У него хотя бы есть, благодаря мячику, амортизации, то, что я думал, что оно будет уходить. Не уходит она. Вот, она просто стоит, и она просто подперта, вот, подпирается. Ставятся книги по размеру, потом ставится мячик примерно, чтобы она чутка, ну, так, чтобы она свободна была, потом выкладывается туда какая-нибудь, типа тетрадь. Мне как раз она более-менее свободна была, но слегка. Чуть-чуть цеплялась за потолок, я подпер тетрадь, чтобы она слегка поджимала, ну и нормально. Она никуда не уходит, она мячиком поджата, я думал, если бы это басы будут на максимуме, она будет съезжать влево или вправо, или куда-то. Никуда она не съезжает, уже полдня играет, и нормально все, никуда, ни влево, ни вправо, просто играет, и нормально. Вот. Как-то так. На этом все, всем покедова.